Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня я поиграю в игру, которая называется Кунай. Ну что ж, поехали, начать новую игру. Все мы жаждем успеха. Пытаемся сделать мир лучше. Хотим создать лучшее будущее для жизни. Так сильно, что это нас изматывает. А затем мы понимаем, что когда мы его создаем, делаем все идеально. Мы можем раствориться в этом будущем. И пожать то, что посеяли. Назад дороги нет. Но всегда есть надежда. Надежда на то, что кто-то или что-то спасет нас от тирании. Вот так вот. Честно говоря, не совсем понял. Ну ладно. Это еще кто такие? Времени мало. Запускайте терминал. Есть. Капсула работает, командир. Похоже, это та, которую мы искали. Вау-вау-вау. Наконец-то наша работа к чему-то привела. Давайте открывать. Воу, обнаружены нарушители. Запускаю уничтожение. Воу-воу, тихо-тихо. Ха-ха, ничего себе, в хлам. Да ладно, вау, второго. Так, а этот? А этот на попятный пошел. Ну давай, попробуй, хлама кусок. И побежал, ага. А что же вот это такое у нас? Что это за капсула? Ага. Так. Кто это такой? Фу, это я, что ли? Забавный чувачок. Ребята, у нас герои, все персонажи выглядят, знаете, как будто какие-то люди с мониторами вместо голов. Так, ладно, посмотрим, что мы можем с вами вообще здесь сделать. Пока я только бегаю. Могу бегать и прыгать. Так, прыжок А, ну я уже понял. Здесь. Опа, смотри-ка. Поломанный. Я могу с ним как-то... Слава богу, тебя активировали. Мне конец, а вот ты поскорее выбирайся отсюда. Спрыгивай вниз и уходи, пока тебя не нашли. Спасибо, дружище, за совет. Ой, может быть, я зря сюда иду, хотя... Что это такое у нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Вы сохранились и зарядились. Даже так. Все, ребята, я буду знать, как выглядят чекпоинты. Значит, спрыгнуть вниз. Вниз и... А. Угу, понял, сюда мне не пройти. Так, смотрите, ребята, везде валяются груды просто мониторов всяких. Это наше будущее, типа, да, или что такое? Опа-опа. А мне не пройти туда. Так, можно вот здесь вот пропрыгать, я так понимаю. Отлично. А тут валуны. Ну-ка, вниз, может быть. Да, мы обошли с вами, да, вот эти ящики тут. Что такое? Ну-ка. Из уничтоженного робота торчит красная катана. Она светится. Ваша крохотная механическая душа почему-то отзывается на ее свет. Катана! Нифига, ребята. Так, взмах, X. Да ладно, вы хотите сказать, что у меня появилось оружие наконец-то? Ну все, я теперь буду мстить. Я буду мстить, я правда не знаю кому и за что, но, видимо, есть. Хотя бы за своих друзей, вот за этих погибших. Можно с ним поговорить? Твой меч. Его лезвие сделано из поглощающего энергию сплава. Оно может вытягивать энергию из врагов. Был бы у меня такой,
Да, если бы у тебя был бы такой, я думаю, ты бы здесь уже не валялся бы. Так, друзья мои, ну что же, мне уже нравится. Слушай, а я могу вот этим мечом пробить? Помните, там валуны где-то вот здесь были? Вот они. Нет, камни я пробивать не могу. А вот эти тоже не могу. Ладно, тогда нам нужно куда-то двигаться с вами. Что такое? Босс, что ли, будет? Первый или нет? Смотрите, ребята, активировались маленькие мониторчики. Как зомби себя ведут. Точно, зомбари. Мониторы зомбари. Иди ты там, пикает он мне еще. Все, здесь я справился. Ну да, там типа, знаешь, свалка была этих мониторов, и они там ожили. Так, ну, двигаемся сюда. Активируется, да? Не тут-то было, родной, будешь отдыхать. Ты тоже самое. Шуршит он мне. Погибший город. То есть, друзья мои, я вышел в погибший город. Еще один дружище ему лежит. Эй, бзз, это ты? Кзз, ищи лагерь повстанцев. Они помогут. Я умираю. Покойся с миром, друг мой. Покойся. Ищем, значит, с вами лагерь повстанцев. Тихо, тихо, монетку я заберу. Я не знаю, для чего не мне, но такое ощущение, что это будет местная валюта. А может быть, какие-нибудь суперудары я могу делать. Но мне кажется, прокачка здесь будет какая-нибудь. Все-таки я как-никак, типа какого-то самурая, в конце-то концов. У меня в руках меч, катана, и это вам не шуточки. Это кто еще тут бежит? Ха-ха, мышка, что ли? Да, друзья мои, это обычная мышь. Куда же мне идти сюда, да? Сохраняемся. Обязательно нужно сохраниться. Пока, как вы понимаете, все легко и просто. Я сохранился и подзарядился. И двигаемся с вами дальше. Вниз, да? Все ниже и ниже. Упс. Хорошо, что не разбился. Так. Не могу двигаться. Но сопротивление живет. Да, друг мой. И я его попробую найти для нас. Так, мышку можно тоже убивать. Так, вот темнота. Подожди-ка. А в чем прикол? Сюда, наверное, нужно, да? Так, маленькие зомби-мониторы. Так, тихо, давай вот сюда. Я вообще, честно говоря, люблю игры вот такого, ребята, жанра. Очень люблю. Так, давай посмотрим. Бочка. Бочка и опять маленькие зомби. Пока все легко и просто. Это кто такой? Это кто такой? Ох, ядрить тебя на корень. Вот это он бомбанул. Да, с этим чувачком лучше не шутить. Как я понял. Ну, вот эти вот зомбики, это ерунда на самом деле. А вот с ранцем, которые стояли, да? С каким-то там турбо-ранец у него. Он взрывается, оказывается. Так, подожди, монетка. Так, мы с вами поднимаем. То опускались, то теперь поднимаемся наверх. И, видимо, мы нашли какой-то обходной путь, да? Ну, естественно, сопротивление, оно должно быть хорошо спрятано. Оно не будет у всех на виду. Поэтому, естественно, мы с вами и ходим всякими такими обходными путями. Так, мышка. Прости, мне пришлось так сделать. Опа, это кто? Враг или друг? По-моему, друг. Добро пожаловать в мой уютный сток. Оставайся тут, сколько захочешь. Спасибо, дружище, но я ищу сопротивление. Можно я уничтожу одну бочку, ты не против будешь? А эту я тебе оставлю, будешь греться. Все, поехали. Главное, чувачок в стоке находится, да? Несмотря на то, что вокруг вот эти вот всякие зомби-мониторы ходят. Так, а вот этот чувак опасен, смотри. Сейчас попробую. Опа, понял, что надо сделать? Надо его ударить и убегать. Это, елки-палки, камикадзе какой-то, самый настоящий. Блин, и музыка прикольная здесь. Техно-музыка. Как раз под стать. Опа-на, друзья мои. Увидит, нет, меня? Хе-хей, нубас, на, опа. Меня здесь нету. Посмотри. Погоди, а что? Так, этих жуликов тоже так просто не взять. Твою же налево. А мне драться с ним придется. Давай, давай. У него, значит, автомат, да? А у меня какая-то катана. Так нечестно, согласись. Ну, я чувствую, что сопротивление где-то рядом уже. Вот, уже вот прям вот по запаху иду.
Что такое? Знаешь, что мне напоминает эта игра? Помните, у меня на втором канале была такая игра, называется Катана Зера. Вот что-то типа того. Ну, только, конечно, графика немножко другая, а сюжеточка... Фабрика с призраками. Опа. Муха-ха-ха-ха-ха. Они послали еще одного? Спустя столько лет? Надеюсь, ты продержишься дольше остальных. Что это такое тут? Мне не нравятся вот эти вот угрозы. Дружище лежит. Зачем ты здесь? Это место чистая жуть. Уходи, пока можешь. Нет, дружище. Ради нас я должен дойти до конца. Я не дам никого в обиду. Я отомщу за всех. Я знаю, что кто-то тут против нас делает козни. Крюк. Ага, крюк на заднем плане. Жик. Что такое? Так, бочка. Уничтожим. Опять дружище лежит у меня. Что ты здесь делаешь? За тобой дверь закрылась? Говорят, у них за этой дверью есть прототипы оружия. Они могут пригодиться. Спасибо, дружище, где? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Друзья мои, там можно было, наверное, вниз сходить. Ого! Смотри-ка. Это у нас кунаи. Вон там, вон, висят. Так, подожди, как тут компьютер, да? Обнаружена модель ТБИ. Проверка совместимости. Все проверки пройдены. Открывая дверь красному кунаи. Кстати, игра так называется, да? Кунаи. Острое оружие, закрепленное на веревке. Вы подбираете кунай. Тыдыч! Солидно. Так, правый кунай РТ. Вау. Все, я понял. То есть теперь я могу цепляться, да? Воу! Смачно! Слушай, не ожидал, что я могу даже вот так вот. Эть, эть! Погоди, корной. Давай-ка я. Погоди, а как же я там ползал? Или мне показалось, что я ползал? Да вроде бы нет, я как. Слушай, а почему ты тут. А почему ты только с этой стороны можешь крепиться? А я, например, хочу вот на ту стенку. Странно немножко, да? Вот, смотрите, друзья. Как-то закрепился. Как только, я пока не могу понять. Нет, подожди, родной, ну. Может быть. Подожди, ну как же ты так делаешь-то? Странный какой-то малый. То цепляется, то не цепляется. Так, что здесь? Еще кунаи. Второй кунай. Прекрасно. Вау, у него две кунайки. И что же теперь произойдет? А, левый кунай. А, вот, вот оно как. Слушай, ребята, тут, по-моему, он цепляется только за определенные поверхности. То есть, видишь, вот это, ну, предположим, камень, да? А вот здесь вот как будто как деревянный. Поэтому вот здесь он может ползать. Все, я понял. Погнали. Так, два куная. Подожди-ка, а как мне переключиться на меч? А, в меч у меня все, я понял. Значит... РТ и это кунаи, а это меч. Все, у меня сохранилось. Так, что здесь? Открываем журнал доктора Лимонки от 1 августа 2029 года. Маневренность испытуемых после их оснащения кунай значительно улучшилась. Но испытуемые люди не смогли использовать кунаи с полной эффективностью. Их механические коллеги показали куда лучше владение кунай. Рассмотреть перевод большей части бюджета на НИКР в дальнейшее развитие ИИ. Подпись доктор Лимонка. Понял, доктор Лимонка. Смотри, какой я круч. То есть, тут было сказано, да, что люди не смогли использовать на 100% кунаи, а искусственный интеллект очень даже может. Что ты здесь делаешь? За тобой дверь закрылась? Но это мы уже читали, я понял. Кунаи мне пригодились. Так, здесь я уже не могу ничего сделать. Хорошо, погнали наверх тогда. Друзья, что это за... Смотрите, значок наверху такой появился. Видите? Типа как будто... как тебе сказать? Как будто вот связь, частота. Вот, сейчас исчезла.
Может быть, я неправильно иду. Хотя нет, сюда вот мне надо, наверное, да? Хе-хе-хе, дурилка. Воу-воу-воу-воу. Ух ты, я могу даже... Твою же маковку. Мог даже двумя кунаями сразу цепляться. Это же зомби? Да, это зомби. Зомби я обожаю бомбить, потому что они мне легкие на один удар буквально. Так, а здесь я тоже могу подняться. Опа, точно могу. Значит, сейчас мы туда слазим. Так, дверь закрыта. Значит, в любом случае мне нужен, да? А ну давай. Тихо, родной. Фига ты у меня какой шустрый. Прям вот шустрец еще тот. Блин, мне нравится, что он тут может вытворять. Вот, мне нравится мне, конечно, что мы так вот из-за глупости всяких здоровье свое тратим. Да что ты делаешь, а? То есть я вначале думал, что мы играем с вами, ну, как бы за куная. А получается, мы играем с вами за искусственный интеллект, за какого-то робота, который, видите, находит кунаи. И тут, как ты понимаешь, будет наводить просто какие-то порядки. Давай. Ух, смачно. Так, сохранимся и зарядимся. Для чего же все-таки мне вот эти монетки, а? Вот кто мне скажет? Я пока не знаю. Ну, может быть, когда мы с вами пройдем первый уровень, тогда нам что-то будет ясно. Или, по крайней мере, не найдем сопротивление. Что такое? Только не говори, что мы дошли до первого босса. Кто-то лежит. Враг, друг, как думаешь? На всякий случай уничтожим. И посмотрим, что у нас там наверху. Наверху тупик. Ну, давай потрещим с ним. Кажется, куча мусора начинает двигаться. Да ну, босс, блин. Ты смеешь прийти ко мне? Надеюсь, они вас улучшают. С последним было скучно. Мусорщик. Так. Оу. И как? Да ладно, парень, ты что, серьезно, что ли? Я вот так тогда сделаю. Давай. А, все, я понял. Когда он, короче, летает. Да ну, блин, нужно попадать по нему еще успевать. Да, блин. Что ж ты будешь делать? А я могу просто через него перепрыгнуть, в конце концов? Ну-ка. Могу. Так, я хоть вообще попадаю. Да вроде как попадаю, друзья мои, но... Да чтоб тебя. Мы можем, знаешь, что сделать? Вот так вот. Нет, это глупо. Это, друзья мои, глупо. И все, что ли? А, разочек я по нему попал. Теперь он начинает... Хе-хе-хе, хорош. Сосунков ты этих на меня вызываешь. Так, теперь нужно еще... Так, а вот это вот к чему ты сейчас сделал? Понял. Ребята, смотрите, он шутить-то не любит. Опа, он серьезно шутить не любит. Смотри, как это делается, наверное. Вот так вот. Нужно запрыгнуть на этот валунчик. Твою же налево. Ну давай, иди сюда, паршивец. Попал? Попал. Так, сейчас вызывает опять своих маленьких зомбиков. Не видно единственное, что сколько здоровья у этого босса. Как бы вот в этом проблема. Ну что, начинаешь опять свою дурку, да? Да, друзья мои, он начинает опять свою дурку и... Ну ведь не успел, да? Естественно. Давай так попробуем. Попали. Сейчас будет дурачиться опять. Давай я вот здесь подожду его. Блин, нет. Надо, друзья мои, ловить его. Вот так вот, таким вот образом. Так, что он там делает? А, зомбари. Зомбари, конечно же. Сколько мне его еще бомбить-то надо, а, дружище? Сколько тебе еще бомбить? Давай опять свои камни. На-ка, мусорчик, получил? Паршивец. В принципе, изи босс. Немножко непривычно было, но тем не менее все окей. Так, открылись ворота. То есть мне, грубо говоря, что я могу вернуться. Так. Погнали. Это куда нам идти-то? Наверное, вот сюда, в этом направлении, да? Друзья, смотрите, внизу уже новые виды монстров против нас появляются. Так, секунду. А где та самая дверь, которая открылась? Я что-то не врубился, на самом деле.
Так, мы с вами зарядились и сохранились. Это уже большой плюс для меня. Не-не-не-не-не, дружище, подожди, подожди. Я понимаю, что меня заметил, но... Ты мне сейчас вообще тут не вперся. Куда нам идти? Вот кто мне скажет? Блин, я не понял, друзья, куда... Карты здесь нету, да? Иди куда хочешь, может быть вот здесь вот? Ага. Нет, тут закрыто. Эта дорога в данный момент меня ведет обратно. Да? Откуда мы с вами пришли? Слушай, ну не может быть такого, чтобы я возвращался обратно. Шел к мусорщику, да? Побил его, а потом мне говорят: парень, а вернись-ка ты обратно на самое начало игры. Хотя я помню, там была какая-то дверь, которую мы в свое время не могли открыть. Но я почему-то сомневаюсь, что это именно та. Сейчас посмотрим, я вернусь обратно. Посмотрю здесь все получше. И если действительно здесь ничего не найду, если я здесь... Да чтоб тебя, а! Ну давай бомбанем, хорошо, давай. Вот, здесь тупик. Сами прекрасно все видим. Здесь я сохранялся, ладно. Так, сюда я падал. Так, здесь, по-моему, дверь будет, да? Которую я не могу открыть. Вот это вот... Нет, это ерунда. Видите, ребята, какие-то двери именно синие. Как будто нужен синий ключ-карта. Так, здесь я бомбил босса. Подожди-ка, что я тут могу? Ага! Что это еще такое? Что это, друзья? Опачки! Табас. Видимо, меня звать Табас. Так, этот шлем, да, у меня одет. А что этот шлем мне дает? Ну, я сомневаюсь, что он меня будет пропускать в этом шлеме. Хм. Ух ты. Карта здесь есть. Ага, карта недоступна. Нет чипа с картой, оказывается. Шляпы. Это шляпа, да, просто. Так, настройки меню. Нет подключения к Tab Store. Проверьте, есть ли рядом роутер, и попробуйте снова. Так что ж, получается, что мне нужно возвращаться обратно? Ну, другого варианта нету, друзья. Ладно, хорошо, я вернусь. Я пробегу эту карту вдоль и поперек, и пускай только не появится что-нибудь там новенькое. В любом случае, я тогда буду вырезать вот эту лишнюю пробежку нашу. Так, ну-ка. Здесь мы были, да? По-моему, были мы тут. Я узнаю эти ящики. Кстати, вот здесь, по-моему, и есть та дверь, которая не открывалась в свое время. Вот. Погоди-ка, парень. А, мы разговаривали, да, с ним? Мы разговаривали, здесь он говорил, что типа... Подожди, а почему я не могу вниз вот сюда упасть? Вниз? А, была же такая фигня, что я могу... Блин, да что ж такое-то? Может быть, из-за шлема я не могу? Ну, давай я, предположим, его уберу. Можно как-то от него отказаться? Ха-ха-ха, нет. Не могу. Вот, выберем обычную голову. Нет, друзья. Я просто элементарно не могу спрыгнуть здесь вниз. Ну да, этот как раз чувачок говорит, что типа там прототипы оружия. Мы брали там с вами кунаи. Так в чем тогда подвох? В чем подвох, друзья мои? Я пока не пойму. Одену я обратно эту шляпу. Вот эту вот. Слушай, ну ведь она же не просто так здесь дана. Пойдем тогда в этом направлении. Все равно нам, друзья, делать нечего. Так, я вышел куда-то. Погибший город. Ага, то есть я могу... Все, я понял теперь, кажется, кое-что. То есть раньше я не мог, да, там бегать в погибшем городе. То есть потому что у меня не было спецвозможностей. Теперь они у меня есть, и я могу... Отлично, ладно, хорошо, давай посмотрим. Так, уничтожили этого зомбика. Валуны пока до сих пор мне не поддаются. То есть я их ломать не могу. Да ладно тебе, Шитик, успокойся.
Значит, получается, помните, мы когда в самом начале игры появились, да, там тоже была вот такая же каменная стена. И я ее пробить не мог. То есть такое впечатление, что я здесь вернусь в самое аж начало. Но мне бы, конечно, найти где-нибудь чип, да, с картой. Ах ты, олух несчастный, на! То есть я могу пули отбивать? Так я понял? Да что ж ты будешь делать? Сколько вас тут, а? Воу! Не-не-не-не-не, родной. Так, этот камикадзе у нас... Уходим, уходим. Замечательно. Так, тут у нас светофоры везде. Все разрушено, разбомблено. Вот так вот. Да, я действительно могу отбивать, друзья, патроны. Слушай, вот этот вот охламон опасный. Хе-хе-хе. Ну, басос. Так, идем сюда. Блин. Видите, ребята, вон там он датчик Wi-Fi, где-то должен появиться рядышком. Он прям наверху этот датчик показывается, что где-то должна быть связь. Нет, мне наверх никак не попасть. Ладно, пошли. Пошли вон того охламона нахлобучим. Не-не-не-не-не, даже не думай. Нормуль. Наверх, я так понимаю, мне подняться, ну, невозможно. Ух ты. Так. Наконец-то. Я уже устал тут Wi-Fi настраивать. О, простите, меня зовут Эрл. Я отвечаю за интернет для сопротивления. Потому что только я учился работать с компьютерами. В общем, как увидите роутер, не забудьте зайти в магазин Tab Store. В него легко попасть через меню. В Tab Store можно покупать улучшения. Пароль? Введите пароль. Пароль, введите пароль? Хорошо, ну наконец-то, друзья мои. Так, подключаемся к Tab Store. Значит, у нас здесь есть магнит, есть солнечная панель. Стоит все это очень, друзья, недешево. Вы посмотрите, ценники какие. Атака, бросок, резонанс, проща. Также улучшение недоступно, улучшение недоступно, недоступно, ракетница и ядрить тебя на корень. То есть в данный момент я ничего не могу, потому что у меня всего лишь 142 монетки, а нужно минималочка здесь 299. Ладно, дружище, я тебя понял, будем копить бабосики. Что такое? Новая какая-то территория, судя по всему, да? И мы в нее сбежали. Ну, давай посмотрим. Какие-то джунгли. Воу. Подожди-ка, тут еще один, смотрите, ребят, еще один дружбан стоит. Так, я сохранился, подзарядился. Ну, что ты мне расскажешь, дружок? Вы добрались. У сопротивления глубоко в лесу есть лагерь. Там вам все объяснят. Где он, спросите вы? А это проверка. На то, какой вы следопыт. Нам нужно знать, чего вы стоите. Жук. Ладно, я тебе покажу, чего я стою. Квантовый лес. Ах ты! Ах ты, жуй, я вообще-то просто кустик. Кустик этот решил подбить. А там, оказывается, хламон сидит, спрятался. Квантовый лес. Мне уже эта игра нравится, ребят. Сидит. Пройдоха мелкий. Ну а здесь. А, я даже вот так могу, оказывается. Смотри-ка. Могу вот лазить по этим лианчикам, типа. Ну, дай-ка этого. Ага, я думал, что там. Ну, монетки, да, друзья, как ни крути, монетки нужно собирать все. Это нам очень нужно. Да я так и думал. Я так и думал, что там паршивец этот будет сидеть. А здесь? Здесь нет. Монетка! Ладно, ради одной монетки прыгать туда не хочу. Ну-ка. Ой, нифига себе, это что за секрет? Это, друзья, действительно был секрет. Так, ну, в любом случае, да, я в него попал бы. Ну-ка, нормуль. Так, а здесь внизу-то что-нибудь... Ой, ай, давай-давай-давай наверх. Так, монетка. Вот Жульен, а, сидит там, заныкался. Халабуда. Так, я здесь не был, потому что здесь очень много кустарников этих. Слушай, вот эти вот двери я почему-то не могу открыть. Недорос, наверное, да? Наверное, нет у меня еще тех супертехнологий, которые нужны для того, чтобы использовать.
Хорошо, ладно, давай полезли тогда обратно. Я не знаю, правда, в каком тут направлении нужно двигаться. Так, ладно. Здесь мы были. Все, я понял. Сюда идти уже, ну, нет смысла. Мы как бы с тобой все здесь облазили. Все с тобой здесь облазили. А что ж тогда делать? Ну, давай я пойду наверх. Да, наверх, наверное. Здесь никакого нету, секрета никакого. Ага! Погоди-ка, а как же тогда быть? Ведь я же не смогу. Смог. Спасибо за монетки, но, как ты понимаешь, нам и там делать нечего. То есть это, друзья мои, игра-аркадушка, да, получается у нас? С элементами такого файтинга. Файтинг, конечно, это сильно сказано, но тем не менее. С какой-то боевой системой. Пускай даже с простецкой. И немножко мне непонятно, куда я должен дальше идти. Вниз я сюда не могу спрыгнуть, верно? Верно, потому что это как бы задний фон. Слушай, а этот чувак меня... Он сказал, типа... А ты найди базу сопротивления, да? Попробуй найти. Слушай, может быть, с ним еще нужно разочек поговорить? Вы добра... Нет, ребята, ничего он... Короче, база сопротивления находится здесь, как ни крути. Но ее нужно найти. То есть у нас, получается, монстры респятся обратно, да? С одной стороны, это хорошо. С одной стороны, потому что мы можем с вами, опять же, зарабатывать монеты, да? Вот эти самые. Ну, а с другой стороны, плохо то, что нам придется опять все заново. Опять их всех убивать. Подожди, где же тогда тут находится база сопротивления? Иди ты... Мне кажется, где-то вот здесь вот. Вот что-то вот подсказывает мне, вот... Могу ошибаться? Могу ошибаться. Иди ты в лес. Может быть, где-то вот так вот, знаешь, как вы подпрыгиваешь, и попасть можно. Но нету здесь ничего. Меня это немножко настораживает. Здесь мы уже тоже с вами были. Здесь мы с вами все активировали. То есть здесь базы, естественно, тоже нету. Вот, ага, это было просто так. Обманочка. Тут наверх я тоже не могу попасть. Очень интересно. Так, а здесь я был? О, я здесь-то и не был, господи. А как я упустил-то такой момент? Друзья, я что-то не могу понять. Как я вот этого всего не заметил? Ладно, пошли, двигаемся. Тихо. Тут надо вот так вот, аккуратненько. Да ядрить тебя на корень, а. Бочка. Я не знаю, стоит ли нам вот сюда вот наверх идти. Но... Посмотреть нужно. Так, смотри-ка, еще один сундук с монетами. Уже 220 монет. А нам нужно 299, да? Минималка, чтобы что-то там приобрести. Давай сюда зайдем. Нету ничего. Тупик чистый. Я ведь больше уверен, что вот эти вот кустарники... Ага. Так, у нас с вами... Вниз, я надеюсь, я не умру. Давай-ка я лучше наверх бегаю. Это что такое? Что это? Что такое сейчас было? Я погиб, да? Я начну с чекпоинта, верно ведь? Я ведь сохранился, да? Друзья, короче, я понял, куда мне нужно идти. Вы перенастроились. В общем, все это делается понизу. Главное, что монеты у меня сохранились все. Вот это уже радует. А то в некоторых играх бывает, знаешь, ты погибаешь, там, теряешь все свои деньги. Но здесь такого не происходит. И одного не понял, какая-то фигня меня там бомбанула. Летающий какой-то маленький робот. Именно он меня забомбил. Ну и, конечно, нужно аккуратнее здесь делать. Все-таки здоровье у нас не бесконечное. Да ведь? Так, погнали. Аккуратно, аккуратно, аккуратненько вот здесь вот мы. Вот так вот. Сундук какой-то сломал. Так, наверх я не пойду, я там был уже, да? Есть вариант еще вниз упасть. Помните, мы с вами вниз не спускались. Я полез вот сюда наверх. А что будет, если я вниз спущусь? Так. Вот она эта фигня, друзья. Подбил. В принципе, легко и просто. Ничего страшного в этом нету. Хорошо, давай глянем, что здесь у нас. Так, тут уже этих мух больше стало, да? Мухи, они летают. Подбил.
Ну давай. Ага. А здесь у меня не получится поползать, друзья мои. Если только вот тут как-то. Понятно, здесь можно было упасть, да? И я бы оказался именно в том месте. Хорошо, значит, у нас выбора нет, нам нужно с вами подниматься наверх. Подниматься наверх именно вот здесь вот. Так, муха и... Нет, друзья, это не та муха, это совсем другая. Видите, это какой-то... Я даже не знаю, как его назвать-то. Что он делает? Бррр. Летун. Успокойся, пожалуйста, а. Вот и все. Мышка, извини. Так пришлось сделать. Сидит робот наверняка, да? Нет. Пока все тихо и спокойно. Вау, тут уже, смотри-ка, какие-то жуки ползают. Ладно, я попробую его бомбануть. Он так же легко разбивается. Да где же эта база сопротивления-то, а? Я уже фиг знает, куда ускакал, друзья. Я уже не знаю, ускакал. Дальше чем можно было бы. Так, тут наверх бесполезно. Давай посмотрим тогда, что у нас тут внизу. Ой! Да, этот чувак посерьезнее будет. Так, муха, вали отсюда. Летун этот сейчас тут... Нормуль, подбил я его. Фух. Напряженно немножко, да? Так, вот за эти штуки я могу цепляться или нет? Нет, я могу вот только вот так вот, да? По ним двигаться. Ладно, хорошо, давай, кунай, давай, иди сюда. Так, самое интересное, да, начинается? Поднимаемся с вами опять наверх. То есть мы с вами обошли, получается, да? Здесь что? Неужели сопротивление? А ну-ка. Лагерь повстанцев? Боюсь, вы не там ищете. Советую поискать на востоке. Да иди ты. Ты издеваешься, что ли? Мне сказали, что он здесь должен быть. Слушай, может быть опять какая-то очередная проверка. Слушай, ребят, вот что хотите, говорите. Но вот здесь я должен с помощью, может быть, улучшений, ну, лазить по любасику. Потому что мне наверх надо попадать как-то. Но здесь есть шкуна и не цепляется за вот эти вот стенки. Так, пчелка. А пчелки интересно. А, вот оно как. То есть я могу врага даже подтянуть кунаями. Тихо, не надо падать, не надо мне туда падать. Так, здесь тупичок. Ага, замаскировался. Ну, ты-то, наверное, точно из сопротивления. Доброе утро. Кто вас сюда послал? Никак нет, это не лагерь повстанцев. А вы пошли не той дорогой. Попробуйте южный путь через лес. Да хорош, вы мне мозги пудрите, вы проверку свою тут врубаете. Не надо мне, я не верю вам. Так, друзья мои, ну что, я сохранился и зарядился. И, пожалуй-ка, на этой ноте я буду закругляться. Я надеюсь, вам игра понравилась. Если что, друзья мои, пишите мне в комментариях. И тогда мы с вами обязательно продолжим в нее играть. Я все-таки должен найти эту базу сопротивления, конечно же. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.